Торжественные марши звучали сегодня ночью на вокзале «Новосибирск Главный». В 3 часа по местному времени на перроне играл оркестр областного управления МВД. Так встречали сводный отряд полиции, который вернулся из командировки. Участковые, эксперты-криминалисты полгода были в Дагестане. Помогали своим северокавказским коллегам, проверяли документы на контрольно-пропускном пункте, досматривали машины, въезжающие в город, охраняли общественный порядок. Младшего инструктора-кинолога Николая Соколова встречала возлюбленная Екатерина Морозова. И ее ждал сюрприз. Тот, кого так долго ждали. Сошел с поезда, встал на одно колено и при всех произнес: «Будь моей женой». Очень долго длились эти дни. Я очень переживала. И последний месяц был очень такой самый трудный для меня. Прям, ну вот-вот-вот то, что приедет. И для меня полная неожиданность. Встать на одно колено, сделать предложение при всех. Я в шоке, но я очень рада.